цене правды всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? Правда зависит от точки зрения. Однако многие русские по-прежнему обвиняют Америку в резне в аэропорту имени Захаева. Обязанность солдата защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война – это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Тем не менее, похоже, в мире наконец наступит спокойствие. Единственная правда заключается в том, что наш мир – огромная пороховая бочка. Вопрос в том... Кто чиркнет спичкой? Москва, это командный пункт. Направляемся в Гамбург. В небе чисто. Все команды докладывают о прибытии. Команда 1, офис президента под контролем. Команда 2, на нижней палубе все чисто. Команда 3, весь эшелон под контролем. Мы приземляемся в Гамбурге через 2 часа. Команда 1, оставайтесь с президентом до посадки. Василий ждет тебя, папа. Он ждет моего ответа. Команда 1 в пути. Антон Федоров. Яков Глушкино. Че? Глушкенко. Почему? Украинская фамилия. Юрий Никитин. Петр Булганин. Это че? Варшавский президент у нас. Слыхали, да? Первый раз слышу о таком. Павел Морозов. Чего? Господа, Павел Морозов? Да вы гоните. Война или мир? Жизнь или смерть? И ради будущего наших детей мы господин должны президент, пойти сейчас на мир не тот момент, чтобы пытаться ублажить Богдан. Мы уничтожим наших врагов. Соколов. Так, если это что за девочка? Нашу... Не то. Самолет захвачен! Кабина повреждена! Президент, укройтесь! Команда 3, доложите обстановку! Так. Опа. Черт вас дери! Команда 3, докладывайте! Предатель или что такое? Защищайте президента! Ну, да дай пройти ты, ёп! Ааа, развалили здесь, уйдите нафиг! Почему я бегать не могу? Что происходит? Падаем, что ли? Ну-ка. Так, это наши. Эй, что происходит? А, ну мы падаем. Невесомость какая-то. Видимо. Зарядка. Все, нормально, упали, да? Нет. Кого в заложники взяли? Блин, пушка классная какая-то была. Нет, другая, ну ладно, пусть это будет. Кто, Леонид? Леонид. Пудовкин. Не знаю, что меня так рассмешило. Ой, ёпа. Ой. История редко доверяет защиту свободы. Ну. Пуговкин. Сейчас мы... О, вот это хочу посмотреть, что это такое. Ладно. Где бизончик мой? Ой, это какая-то другая пушка. Либо просто с оптическим прицелом. Не с оптическим, а просто с прицелом. Ёптролин. О! Бляха ты муха. Я манал вас всех пердак, блин. Так. А, ты еще живой, голубчик? Ну, мы сейчас это поправим.
Если ты живой, я легко это могу поправить. У меня рука набита поправлять. А ты в курсе, что ты мочишь русских тоже? Дружище. Друзья, вы когда-нибудь слышали о таком, чтобы мы русские войны начали? Да? Ладно. С того ни с сего. О! Алена. Аленочка, давай. Ну-ка, о. Ну, нам сюда, короче. Так, я по этой стороне. А ты откуда вылез? Ёп, что, закрыли, что ли? Почему дверь зак... Что происходит, бляха? Ну, дай. Антон Федоров. Опа! Наконец-то мы сели. Опа, этот улетел. Вау. Круто. Ну, нормально. Посмотрим, что там сейчас. Все, взорвались все. Вместе с президентом, да? Или он жив? Ой, пиво дайте. Давайте, агент Харков. Мы должны найти президента. Хорошо. Я играю за агента Харькова или что он сказал сейчас? Так, я почему-то хромаю. Че это поправимо? Все мы на одну ногу стали прихрамывать. Ваня! Ваня Герасим. Саша Иванов. Ну хорошо. Так. Тут... Чё? Ну... Если самолет взорвался, когда я к нему подошел, значит это за скриптом, но мы идем правильно. Снег идет. Ну. Ой. А чё, ух ты. Во. Прикольно. А чё надо это стрелять опять? Кто тут, где тут? Ну-ка. Вау, тонгрена. Так. Ваньки, идите помогать мне. Ой, это наши, нет? Не, не наши. Красненькие, не наши. Будем стрелять. Может, из этого что и получится. АК-74. Что-то такое, да, пушку даже не знаю. Самое главное, чтобы патрончики не заканчивались. Вот так все шикарно. Да, ребятушки? Вот туда надо. Следуем вот за этим. Командир ведь. Все убили, да, командира? Нет. Ой, Грена. Пипец. Ну, бессмертный, наверное. Пока бессмертный. Агент 007. Так, патроны кончаются. Нам тут уже красным подсветом.
подсвечивает. Ну давай, иди, куда мне за тобой сказано. Следовать. Кого? Вот этих? А, их уже сняли вообще-то. Чё тут у нас? Ой, ты чё за... Чё это за зомби? Да не, просто поранился чувачок, видимо. Так, дочь. Ну видите... А... Нужно открыть. Макаров. Чё, у него рука трясется? Не уверен. Стрелять или нет, наверное. Лень, кто тут у нас? Юльку завалили, видимо, да? Вам известно, кто я? Да. Тогда вы знаете, чего я хочу. Вы сошли с ума? Россия захватит всю Европу, даже если к тому времени от нее останется пепелище. Дайте мне коды запуска, господин. Вы никогда их не получите. У всех есть свои слабости. Найдите девчонку. Опа.